О, черт. 8. Прости, Кейси, ты проиграла. То есть ты можешь проглотить сперму, но не можешь выпить 50 граммов текилы? Я не глотаю. А что ты делаешь в постели? Ты глотаешь? Да. А ты глотаешь? Зависит от парня, но... Да? Просто на вкус это как... расплавленная резина. Поэтому нужно заглатывать глубже. Пусть сразу попадет в горло. Еще это может означать, что он неправильно питается. Не знаю, может, я просто не из тех, кто такое любит. Грех жаловаться на сперму, если на тебя никогда не кончал Джейсон Майклс. Я забыла про Джейсона. Что еще за Джейсон? Поливалка. У него из члена прямо комок спермы вылетел мне на руку. Как будто кусочек засохшего клея, которым приклеивают пробники духов в журналах. Какая мерзость. Не такая, как сперма Колгейт. Спорно. Нет? Да. Гораздо хуже. Да ну. Один парень кончил, и было ощущение, будто выдавил зубную пасту из тюбика. Сперма просто по спирали выдавливалась из члена. По-вашему, это нормально? Это нормально? Ничего себе. Это кошмар. За что вы так со мной? А ты получила резиновую сперму, так что мы как одна команда. Фу, худшая лига. Да все равно.